Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сейчас я переписываюсь со своей подругой Жили и говорю ей, что не готовьте ничего. Я заказала роллы, ну как всегда, понятное дело, 70 штук, огромный просто сет. И я пойду с роллами, то есть чтобы не идти с пустыми руками, сначала была идея там купить тортик, сладости и все дела, потом я подумала, что самое верное решение здесь это роллы, я обожаю роллы, как раз я иду с ночевкой к подруге и вечером нажрёмся, как говорится, наедимся и пойдем спать. Поэтому вот я уговариваю Жили, что ничего не готовьте, не надо вот этот пир на весь мир, мы этими роллами наедимся, но кому я говорю? Короче, Жили, и чтобы я не видела там пир на весь мир, хорошо? Поедим роллы как раз, ты же на ПП, правильное питание и все дела. Я сначала хотела тортик купить, там сладости и все дела, но потом я подумала, что... Тебе же нельзя, ты будешь просто сидеть облизываться, а мы будем все это есть, и тем более сладкое я тоже не люблю, так что самый универсальный и лучший вариант это суши. Короче, в 6 я буду у тебя, ну ориентировочно, возможно пол 6 приеду, ну где-то так. Так вот, мама без тебя жить не может, мама сегодня не будет ночевать, как ты будешь без меня? Кстати, вчера, когда делала порядок у себя в шкафу, отобрала вещи, которые, скорее всего, буду выбрасывать, потому что они позорные. И не пишите, пожалуйста, мне в комментариях, что отдай мне. Мне реально стыдно отдавать кому-то такие вещи. Возможно, на видео эти вещи выглядят лучше, но в жизни они просто ужасные. Вот это не какая-то брендовая вещь, чтобы реально подумать, ой, жалко выбрасывать. Либо в деревню, хотя в деревню тоже зачем складировать мусор. Скорее всего, на мусорку все это дело пойдет. Отобрала вещички такие немного, но совсем такие позорные, так скажем. Вот, и выбрасываю. Сейчас вам покажу, что же я беру с собой. В первую очередь, это, конечно, пижама. Это брюки и такая рубаха, очень приятная на ощупь, хорошая ткань. В общем, обалденная, и в ней я еще буду фотографироваться для Инстаграма, будем делать крутые фотографии. И еще для фотографии нам нужна вот эта повязка, которую тоже я беру с собой. У нас просто есть идея, которую вы в ближайшее время увидите в наших Инстаграмах. Что касается косметики, средства для снятия макияжа я брать с собой не стала, так как уверена, что у них по-любому дома есть. Тон от L'Oréal, два блеска, один от MAC, другой от Jade. Вот этот MAC очень хорошо увлажняет губы, я его использую просто как бальзам. И вот этот цветной от Jade. Или Jade, кошелек, зарядка. Кстати, оригинальная у меня вчера испортилась. И вот пришлось взять USB от оригинальной. И вот эту вот штучку взять от Samsung, от старого своего телефона. Не знаю, почему так произошло. Зубная щетка и обычная резинка. Ну и, естественно, телефон. А сумка-рюкзак у меня всегда одна и та же. Вот это вот от Miniso. Когда я иду к кому-либо с ночевкой, то обязательно беру вот эту красоту. И тут у меня такая дилемма, девочки. Думаю, помыть голову или пойти вот так. Я не могу сказать, что голова у меня супер жирная и грязная, но и не первой свежести. Если я помою голову, то придется переделывать и макияж, поэтому где-то на протяжении уже получаса я просто сижу и думаю, что же делать. А лучше было бы пойти помыть голову. Вы знаете, я зашла в ванную и решила, что сейчас буду мыть голову. Открыла, или как сказать, распустила волосы. Открыла. Распустила волосы, и я понимаю, что они у меня офигенно лежат. Чё их мыть-то? После того, как я начала пить этот препарат, мне вообще голову надо мыть раз, не знаю, в неделю. И все, она у меня не жирнится. Никаким образом. Максимум надо ее немножко выпрямить. Осталось выбрать, что же я надену. Суши с минуты на минуту должны уже привезти, поэтому нужно сделать этот сложный выбор. И мы берем вот это. На самом деле шучу, просто потому что всем уже надоела эта кофта, я ношу только ее. А вот эту не носила ни разу после покупки, и некоторые вещи действительно ни разу не носила. Поэтому надо выгуливать то, что я не надевала.
Роллы уже мне привезли. Сейчас глянем. Реально очень тяжелые. Надо будет поехать на такси. А то я не люблю таскать. У меня мама всегда издевается надо мной. Говорит, ты точно, говорит, Арасова. Не любишь таскать. О, сколько палочек мне положили. 5. Какой здесь аромат. Сейчас я соберу свои манатки и я сваливаю. Так не пойдет. Вау! Так, следующий. Здесь должно всего быть 70 штук. Вот эти, кстати, в сети не было. Я их добавила сушеной рыбкой. И последний, самый тяжелый. Вау! Просто посмотрите, как это все аппетитно. Так, ну все, я одетая, уже выхожу из дома, надела это платье, оно клево подчеркивает фигуру, как вы видите. Вот, и на ногах у меня вот эти вот новые ботиночки, или как правильно выразиться, в общем, они мне нравятся, несмотря на комментарии. Вот, ношу, а то все пишут, Айка покупает, не носит, вот, пожалуйста, ношу. Ну все, я спускаюсь вниз. Разбитое зеркало это просто почерк нашего ЖКХ. Вот так вот я с пакетиком бегу. Можешь это разложить красиво? Аккуратно. Мне кажется, да, я уже на месте, девочки. Девочки, когда я говорю, никому не нравятся. Почему? Что меня смотрят не только девочки. А, да, я, кстати, читала комментарий от мальчика какого-то. Да. Он так обрадовался, что тебя увидел. Что-то там. Да, я не все успеваю, к сожалению, читать комментарии. А я все смотрю. А я сейчас скажу. Вот такой вот классный сюрприз. Да, сегодня у нас праздник. Да, кстати, расскажи подробности, Жали, что у нас за праздник. Сейчас я так сказала, потом вырезать надо. То есть сначала у нас одну неделю сушь-чаршем, да, если как сушь. Вода-чаршем. Стихи. Это стихи, короче. Короче, просыпается сначала земля, потом вода, потом, не знаю, растения. Огонь, да, тоже есть. Мы встречаем весну так, в общем. Да, очень и вот это все отмечается, и как бы считается, что Новый год сейчас настал, да? По-моему, да, да. Я просто не сильно разбираюсь, не ругайтесь, а то мне в комментариях иногда пишут, что мусульманка живет в Азербайджане, все эти тонкости не знает. Девочки, нас можно простить, мы всю жизнь прожили в России, вот, и поэтому... То, что мы знаем. Да, поэтому как бы я особо в эти тонкости, как бы, мы особо, если честно, и дома не отмечаем, если так откровенно говорить. Мама очень любит этот праздник. Да. Я заметила, они всегда поляну открывают, а мне так неудобно. Я думаю, блин, опять сейчас буду стараться туда-сюда. Вы очень гостеприимные. Я скажу, поэтому я сегодня остаюсь у вас. Да. Поэтому я переезжаю. У нас сегодня туса. Да, и еще мы будем делать клевые фотографии на вот этом вот диване, и фотографии будут у нас в инстаграме. Чем так что обязательно заглядывайте, смотрите, что у нас получилось. У нас просто грандиозные идеи, должно вам понравиться. Вот так красиво разложила. Жали, случайно ты не подрабатывала где-то там в суши-баре? Смотрите, как красиво разложила, ну прям обалдеть. Я надеюсь, что ты голодная, фитоняшка наша голодная. Это лучшее, что можно принести просто. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, я тоже думала, мне что-то... Я даже ее не поругала за то, что она пришла с чем-то. Неужели? А то он меня всегда, кстати, ругает, говорит, приходи без ничего. А еще мне понравились, кстати, красавица. Вот такие вот свечки. Интересно смотрится, но можно на мукбанке их ставить. Где вы их купили, Жали? Ой, по-моему, в Браво я брала. Ты с этим брала их? И здесь батарейка, да? Прям на Новый год брала. Это заряжается? Нет, здесь батарейка, видимо. Ну, интересно. Там батарейка маленькая. Я знаю, что хочу купить. Я хочу купить большой светильник наподобие этого, чтобы на заднем плане поставить какой-то там розовенький. Классно, да. Какой-то фламинго. На Алиэкспресс я видела, но, честно, мне охота ждать, переживать, когда придет. Да, тыры-пыры. Да, я тоже думаю, лучше переплатить, но купить в городе. Вот на этом диване мы планируем сделать фотосессию. Должно получиться классно. А это Тамерланчик, который меня сегодня обнял. Да? Да, Тамерланчик. Давай повторим.
Давай повторим, Тамерланчик, чтобы все увидели, что ты меня обнимал. Почему эта штука трясется? Когда ты смеешься, причем? Я бью стул. Стол. Дотрагиваюсь до стола. Это не от моего громкого смеха, как у этого. Как его звали, помнишь? Витас. Он, кстати, вообще уже в пролете. Никто его не слушает. Где он находится? Рассказывай, подружайка, как твои дела? Дела у прокурора в семи томах. А у тебя так? У меня. Делишки. Ой, устала. Вывези меня куда-нибудь. Ничего, учусь целыми днями, работаю целыми днями. Кстати, сейчас я освоила новую профессию для себя. Я теперь буду работать с беременными девушками. Да. Ты столько материала изучаешь. Да. Постоянно эти курсы покупаешь. Неужели все так делают? Я не думаю, что все так делают. Всем все равно. Я люблю развиваться, люблю для себя что-то новое узнать. Вот это для меня настолько интересно было. Меня просто пригласили вести такую вот программу «Фитнес для беременных». И ты должна изучать, да, это все? Ну, я для себя. Она говорит, ты знаешь это? Я говорю, ну, и, конечно, это все одно и то же, но я хотела глубоко выучить. Вот, и я начала учиться, точнее, в школе фитнеса для беременных в России. Зачем это нужно, например, чтобы ребенок хорошо развивался? Ой, это очень хорошо для будущей мамы. Она быстрее восстанавливается после родов, ребенок намного лучше развивается. Даже вот проводили исследования, женщины, которые во время тренировки активные, какие у них рождаются дети, нежели от женщин, которые во время беременности очень пассивно себя ведут. Я очень пассивно себя веду. Я тебя буду заставлять во время беременности тренироваться. Вот здесь я с тобой согласна, кстати. Да. Есть у меня негативный опыт среди родственников, когда девушка вообще ничем не занималась. А я очень активная была во время беременности. Вот, и мы во время этого фитнеса и во время этого изучения, в общем, мы начали проводить такие вот тренировки с беременными девушками. Им это очень нравится, кстати. А мне так нравится с ними работать. Они такие добрые, такие милые, да. Представляешь, там урок как делится. Вот ты сначала приходишь, ну там разминка, потом сам фитнес вот этот вот, и потом в конце релаксация. Прикинь, они просто лежат и спят, да? Ну, кто-то уснет, кто-то там просто лежит, отдыхает. И ты им рассказываешь, какой у них здоровый малыш родился, какой он будет красивый, как он будет похож на маму, а не на папу. Вот, и они просто лежат и кайфуют под такую музыку тихую, спокойную. В общем, моя хорошая, если вы смотрите меня, и вы тоже беременная, вас заинтересовал этот момент, то я вам ссылочку оставлю, вы обязательно переходите и занимайтесь вместе с Жали. Я просто офигела, девочки. Такая вкусная штука, как сладкая вата, вот тает во рту. Это просто очень вкусно. Жали, где можно такое купить? Мама, в продуктовом где-то купила. Где сладости турецкие? А, это турецкое, да? Да. Пиршманье называется. Пиршманье. Ну, вы поняли. Прям тает во рту моментально. Очень сладко. К чаю прям то. В общем, у нас в Азербайджане есть такая традиция. Разжигают костры во дворе и прыгают через эти костры, загадывая желание. Это признак того, что уже пришла весна и как бы Новый год по-азербайджански. Или как правильно, Жали, сказать? Ну да, это у нас как Новый год, наверное. То есть прыгают через костры, но в последнее время, мне кажется, костры делают настолько большие, что невозможно прыгнуть, зато красиво смотрится. Поэтому сейчас вам покажу, спустимся вниз, хотя мы столько болтали о том, о сём. Есть такая традиция, что когда ты прыгаешь через костер, то все негативное и ужасное оставляешь в этом году. Так что давай прыгнем. Нужно волосы собрать. А потом как курочки гриль. Ты ходишь на лазер, зачем? Зачем на лазер? Зачем ходить на лазер, если можно это сделать бесплатно? Мы направляемся в сторону костра. Господи, какой он огромный, Жали, мы не перепрыгнем. А так хотелось. Из нас точно получится курочка-гриль. Ой, сколько людей здесь. Если что, мы туристы снимаем.
А еще девушка, которая хочет выйти замуж, тоже должна прыгнуть через этот костер. Давай. Можешь меня перекинуть? Давай. Через костер перекинуть. Да, и говорит, что если она загадывает желание выйти замуж, то в следующем году выходит замуж. Да. Но тут не перепрыгнешь. Ну много чего говорят. Тут конкретно не перепрыгнешь, но красиво и тепло прям здесь. Может, сделаем фотки около костра? Давай сядем там, как эти. Я тебе о том же говорю. С гитарой. Я предложила Жали, что давай я тебя сфоткаю около костра. Она говорит, нет, давай я лучше тебя. Я говорю, нет, давай. Покажи, сколько тут народу. Перед кем я буду стоять. Тут просто не видно. У меня, к сожалению, камера такая. Ночной режим, я не знаю, как включается на камеру. Я хаю камеру. Хотя сама не знаю. И тут луна очень красивая причем. Ничего, в этот раз не получится перепрыгнуть, но на следующий год обязательно сделаем свой костер и будем прыгать. Тут Лали нам организовала уже и чай. Я надеюсь, эта большая кружка это для меня. Да, спасибо. Кстати, вот сейчас Жали говорила про то, что у нас в Азербайджане, когда вы идете на свадьбу, у вас, например, стоит бокал. Официант приходит и наливает вам какой-либо напиток. И как только этот напиток заканчивается, он сразу опять наливает опять же этот же напиток. И по идее, например, ты, может, хочешь попробовать и другие напитки, которые есть. Но такой возможности не представляется просто. Я только себя реально готовлю. Ой, я сейчас выпью Пепси. Сейчас компот выпью опять Пепси. Нет, это прям традиция у нас. Вид. Мы делаем классные фоточки в таком стиле, в домашнем. Надеюсь, что вам понравится. Будут фотки в Инстаграме. Фотки Жали сделал профессионал Айка. Мои фотки. Профессионал Жали. Обращайтесь платно. Да, да, да. Мы можем вам тоже сделать на этом же диване. Давай студию устроим здесь. Да, аренда, конечно, платная, естественно, не бесплатно. Мне кажется, у нас с тобой разные образы получились, да. Но в то же время интересные. Я прям такая, сейчас лягу спать, а ты сейчас побежишь. А я на дискотеку 90-х. Я думаю, что фотка классная получится в любом случае, у тебя интересно. Особенно эти глазки. Да еще будем обрабатывать сейчас полночи. Чтобы мы красивые. Так что с вас обязательно лайк, потому что мы стараемся, правильно? Мы с Айкой тут поняли, что работа фотографа не из легких. Сделали пару снимков и все. Мы поняли, насколько это сложно. Модели тоже очень сложные. Да, классно. Вот это очень классно. Ты немного жирный получается. Нет. Нормально. Наоборот, я крупная выхожу, ты нет. Да. Да. У меня просто вот это вот все выпирает мышцы. Ну ничего, сам как фотошоп, что у тебя оставался. Смотри. О, ой, как нежно. Можешь сделать вот так теперь, что-то утреннее. А, да-да-да, вот подожди. Давай-давай, смотри в бок и губы надо вот так вот. Ты меня вот тут... Уже дело идет. Не то, что там раскорячку. Там мы падали. Уже подумали, что никаких фоток не получится, а мы обещали. Типа вот так вот, кисточка. Ой. Видишь, вся кисточка в кадре только. Мне здесь постелили обалденную постель. Мягкую, как перышко. Новое постельное белье прям, лежать приятно. Сейчас надо пойти смыть макияж. Я боюсь всех шокировать, смыв макияж, на самом деле. Хотя девчонки говорят, что все равно на видео мы уже видели, как ты выглядишь без макияжа. Но мне кажется, вживую это будет выглядеть хуже. И тут у меня появился прыщик. Очень не в тему, но да ладно.
Вот, прям поболтали мы от души, о чем только не болтали, угорали. Я так нажралась. Я думаю, что ближайшие 2 дня минимум надо сократить прием пищи, чтобы все это дело переварилось. Мои хорошие, репортаж уже с мягкой кровати. Я уже ложусь спать. Сладких вам снов. Завтра подключусь. У меня очень мало зарядки. Не знаю, успею ли вам что-то поснимать. Фотография получилась классная. Я вам, наверное, завтра уже опубликую в Инстаграм. Так что обязательно заглядывайте. Ссылочка будет внизу. Посмотрите, оцените, напишите комментарий. Мне будет безумно приятно. Я столько снимала-снимала. И только сейчас обнаружила, что, оказывается, у меня был режим солнечный день, и поэтому все было такое желтое-прижелтое. Я проснулась. Спала как младенец, кстати, вот здесь. Я, короче, проснулась, и в этой же комнате есть такой большой стол со всякими вкусняшками. Это прям как в отеле. Бузова показывает девочке. Бузова всегда, когда показывает, как она проснулась, ей принесли тыры-пыры. Я думаю, господи, когда же я дойду до этого уровня? Оказывается, недалеко тут, вот, совсем рукой подать. Я уже дома. Вечером должна приехать Самира. Кто еще не знает, я буду сегодня снимать видео Самиры Эйфории. Завтра, скорее всего, оно выйдет. На первый взгляд, очень милая девушка. Культурная, знает, как общаться. В общем, у меня только положительные впечатления о ней, если честно. Вот, посмотрим, познакомимся. Я долго думала, что же заказать, и как всегда, суши. А то, когда я заказываю из доставок, из которых ничего не пробовала, там начинается в комментариях, вот, зажмотила и так далее. Как раз Самира любит суши, и вот как раз я их закажу. Как раз взяла большой сет, тот же, который я сегодня отвозила к Шелли, хотела сказать, к Жали. Его как раз-таки и заказала, так что ждем. А я сегодня с вами уже прощаюсь. На этом влог завершается. Всех люблю, целую. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!